снимали полностью и по новой. А мне нравится, как эти, которые влазили туда не лезут. Тут придут, бутылку влажат и лезут. Ну ладно, давайте сейчас встанем. Тихонечко, не торопись, не торопись. Не, нормально. За ветром. Пойдем. Вот давай с тобой встанем, честь отдадим. Вот так. О, иди сюда. Вот, вкусно. Сейчас. Ну. Короночку, чтобы корзины не падали, но не получилось. Убрали животное. Вот здесь убирали эти камни, вот здесь столько камней было. И когда Рапопорт приехал, он сказал, что вот это плод, который должен... Да, а он и есть плод, там дело. Здесь никого нету погибшего. Там проводили митинг, и там сказали им всем. А тут сколько погибло? А тут нет, ни одного. Тут никто не похоронен. Здесь просто как? Памятник и все. А люди, которые... Нет, они у нас на мемориале скорбящая мать похоронены. Все, освободители. Мы вдвоем принимаем решение и взрываем плотину. Вдвоем. И сидим. Ждем анкедовистов, сейчас расстреляют. Когда одни за Герой Советского Союза, за это Сталин подписан. И они залетели на Хортицу и закрепились. Вот, так, вот это вот так в Запорожье. А потом вот это ж еще месяц в Запорожье была советская власть. Да. Вернулись войска, хотя отступили, а потом вернулись. Праздником! Здоровья, удачи! Мы накануне знаменательного праздника Покрова. Прежде всего всех поздравляю запорожцев с этим праздником. И второй праздник – это День защитника Отечества. Поэтому всех мужчин, военнослужащих, в первую очередь ветеранов, поздравляю с данным праздником. Всем здоровья, счастья, благополучия. Это не только от меня личное поздравление, от трудового коллектива обувной фабрики. Спасибо!